Замечательный курортный городок Зеленогорск встретил самый важный и святой праздник для России – День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В этом году, 5 мая, в честь Дня Победы, во дворе дома 25 по проспекту Ленина было высажено 23 клена. Акция так и называлась «Посади дерево Победы». Если бы раньше садили, так вон мы садили у себя под окном, вон уже какие деревья большие. А тут давно надо было посадить уже. А уже 9 мая, в День Победы, праздничные мероприятия начались с возложения цветов и венков к могиле неизвестного солдата на пересечении бетонных дорог вблизи поселка Решетниково. Торжественным маршем прошел парадный расчет краснознаменного зенитного ракетного полка и отдал воинские почести погибшим в годы Великой Отечественной войны. Я в этот день хочу вас поздравить с праздником Победы. 71-й годовщиной победы советского народа в этой Великой Отечественной войне. Я могу вас заверить, что воины, веренного мне войсковой части 032-16, соблюдают все традиции и чтят память ветеранов, воинов, погибших в этой ужасной войне. Выполняют свои обязанности, как это полагается, и в любой момент готовы защищать воздушное пространство Российской Федерации. С праздником, дорогие товарищи! В этот ясный день я желаю вам всего самого хорошего. От имени войсковой части поздравляю вас с праздником, Днем Великой Победы! От всей души хочу поздравить всех ветеранов и части, и ветеранов, в первую очередь, Великой Отечественной войны с этим святым праздником, который со слезами на глазах. Многие не вернулись с поля боя. Вечная им память. И всего доброго всем! Самое главное, чтобы не было войны, чтобы всегда светило над нами мирное солнце, чтобы все было хорошо. Молодежь у нас святая тоже. Примерами, вот, пожалуйста, в Сирии Александр Прохоренко, герой России. Это уже молодое поколение. Очень я благодарен педагогам, которые проводят воспитательную работу с молодежью. Детский сад, 19-й наш, Зеленогорский, одели детишек в военную форму, там 4-5 лет. Ветераны смотрят и плачут. В этом году в празднике приняло участие как никогда много людей. Жители и гости города вышли на проспект Ленина, чтобы пройти в общем строю до Зеленогорского мемориала, принять участие в торжественно-траурном митинге и возложить цветы к вечному огню. Ровно в 11 часов в сопровождении блистательного военного оркестра от Банковской площади началось праздничное шествие. Зеленогорцы с гордостью несли портреты своих дедов и прадедов, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» – это, пожалуй, самый трогательный момент в шествии. Впервые она была проведена в 2012 году в Томске и на сегодняшний день охватывает все большее количество городов и стран. По пути к мемориалу колонна остановилась у храма Казанской иконы Божьей Матери, где архимандрит Викентий отслужил молебен в память о павших защитников нашей Родины. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
В полдень праздничная колонна жителей и гостей города остановилась на Зеленогорском мемориале, где начался торжественный митинг, после которого все присутствующие возложили цветы к вечному огню, мемориалу и аллее памяти, гранитным плитам с именами и фамилиями зеленогорцев, сражавшихся за победу. Вечная память павшим, вечная слава живым. Когда мы говорим о победе, нельзя сегодня не говорить о тех людях, которые отдали свою жизнь ради нашего светлого будущего. Позвольте мне от имени муниципального совета, местной администрации города Зеленогорска поздравить всех с праздником, пожелать всем мирного неба над головой, благополучия, любви, добра. Наш народ сделал все, чтобы мы победили в этой войне. Вечная слава тем героям, которые не пришли с фронта. И мы всегда будем их помнить. Большой ценой досталась нам эта победа. Больше 30 миллионов советских людей погибли на полях брани, от голода, холода, от ран. Замучены были в концлагерях. Но, однако, наш народ победил, потому что наше дело правое, потому что все без исключения верили в победу, потому что были все едины, потому что с нами Бог. Царство Небесное, вечный покой всем, кто положил душу свою за народ и отечество. А нашим ветеранам благодарность и низкий поклон за вашу и нашу победу. Я поздравляю всех, всех с Днем Победы и желаю мирного времени, чтобы никогда, никогда не было войны. И те, кто придумал бессмертный полк, я благодарна, благодарна людям. Мой папа погиб в 41-м году, в августе месяце. Его танковая бригада попала в котел под Лугой. И вся бригада погибла. И нас воспитывала сестрой, мама одна. И мы рады, что мы выжили. И очень бы не хотели, чтобы наш внук попал под такое страшное время. Я всем-всем благодарна. Поздравляю всех с победой. Мы помним своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И всегда ходим на это шествие. Всех хочу поздравить с праздником Победы, очень великим праздником. И пожелать всем здоровья и всех благ. Всем ветеранам, участникам войны. На этом портрете мой отец, гвардии ефрейтор Никитин Михаил Иванович, который начал войну в партизанском отряде 17-летним мальчишкой, а в 1944 году был призван в действующую армию. Он воевал в составе Первого Украинского фронта, освобождал Европу, был в Австрии, закончил войну в Чехословакию. Благополучно вернулся домой, прожил пусть недолгую, но достойную жизнь в нашем городе Зеленогорске. И сегодня я пришла с его портретом для того, чтобы почтить его память, чтобы он был всегда в наших сердцах и в нашей памяти. Поздравляю всех ветеранов с этим праздником. Поздравляю всех наших людей. Желаю, чтобы никогда в нашей стране не было войны и всегда было мирное солнечное небо, как сегодня. С праздником, с Днем Победы!